два різних тайми. В першому так багато голів, але по суті так мало гри. У другому все навпаки. Нарешті змогли подивитися якісь тактичні прорахунки та тренерську думку. Перемога далася легко чи ні? Ну, судя по счету, победа не далась легко по определенным причинам. Первый тайм они использовали там на 100% практически свои голевые моменты. Мы не использовали достаточно много своих. А во втором тайме почему возникло так много моментов? Потому что они начали играть от обороны на удержание счета. Соответственно, у нас появилось больше держания мяча, у них появилось больше пространства. Соответственно, у нас было больше позиционов, у них было больше контратак. Что сказал Листопад під час перерви? Говорил, чтобы мы не давали им активно играть, не давали им выбегать. Потому что, как показал первый тайм, они достаточно активно играют в силовой футбол, что у них получается, и очень быстро уходят в контратаку. Ну, я хочу сказати, що якісь такі індейські наскоки, знаєш, наскоки індейців, вони читалися як з однієї, так і іншої команди в першому таймі. Відповідно, заточена гра була на атаку більше, ніж на захист. Так, ви дійсно контролювали м'яч у другій половині гри, мали можливості забити, але це виявилося не так вже й просто. Будь ласка. На твою думку, спірний епізод, ситуація, коли твій колега, голкіпер, ліквідував загрозу ціною порушення правил за межами штрафного площі, так? Зігравши руками. Суперник наполягав на червоній карті, адже був вихід один на один. Ну, против красной карточки я изначально против не потому, что там это конкретно коллега моей команды. Я, в принципе, трезво понимаю ситуацию. Человек не играет специально. То есть он не видит зону, как бы он выпрыгивает. Да, идет попадение в руку, как бы, но нету целеустремленной игры именно мяч руками. Поэтому это, да, это фол, но это не красное. И здесь я судья не полностью власти, независимо, был бы это вратарь моей команды или вратарь чужой команды. Вам слід, мабуть, працювати над 10-метровими ударами двічі і не влучили. Ну, ребята поработають над этим на тренувальному процесі. З перемогою. Дякую.